Всех я приветствую. Меня зовут Ирина Маркелова-Агапова. И я являюсь участницей проекта «Всем миром» Fall Words 2013 года. Сейчас я вам покажу, как в проекте приходят переводы, от кого они приходят, как мы получаем. И выведу их прямо при вас на свою карточку Тинькофф. Итак, сегодня пришла девушка ко мне, мой партнер ВКонтакте. Аля скинула мне скрины, сегодня у нас 26 мая, вот 6980, оказала финансовую помощь и купила 7 мест в марафоне на сумму 17 100 рублей. Сейчас она купит у меня методику, приглашая, не приглашая, за 2000 рублей продается она моим партнерам и купит еще бизнес-автомат. Смотрите, денежки приходят вот в марафоне по 3, 2, по 1 доллару. Человек купил 7 мест, вот смотрите, сколько денег пришло. По 2, по 3 доллара, по 1 доллару, по 5, 10 и 15 долларов также приходит. Все это сегодня, 26 мая. Вот так вот в один день вы можете зарабатывать более 100 долларов. Я вчера выводила 25 мая 100 долларов. И сейчас я буду выводить 175 долларов прямо на ваших глазах. Что это за проект? Как в нем можно зарабатывать? Смотрите, это проект «Всем миром». Вы можете посмотреть презентацию на главной сайте. Все ссылочки я укажу под видео. Заходите по ссылочке, выбираете язык и смотрите на главной презентации, как же это работает. Во вкладочке вот в этой «Благотворительный марафон», либо вот здесь нажимаете на иконочку и смотрите, как работает благотворительный марафон. В марафоне у меня активно 3 места, которые я купила по 35 долларов. Продлевать активность надо один раз в 3 месяца. Я за 5 месяцев заработала только в марафоне 4367 долларов. Вот здесь в транзакциях показано, от кого идут переводы. Вот вам сейчас второе. На вторую вкладочку нажму. Вот, все то же самое. По 3, 2, по 1 доллару, по 5, 10 и 15. По 10 долларов в эстафете мы получаем от личных партнеров. Также приходит здесь и на почту о том, что счет пополнен. Оповещение от Advance кошелька. Вот 1 доллар кто-то активировался у меня. 3 доллара. Вот сегодняшнее число. Fall Words. Спонсорские денежки в марафоне. Так что зарабатывать в этом проекте можно и нужно. Каждый ваш день раздумий – это упущенная прибыль. Очень многие мне говорят, да, я видел этот проект еще 3 года назад, но как-то не решался. Потом люди жалеют, вот только время упущенное уже не вернуть будет. Сейчас я буду выводить деньги через обменники на карточку Тинькофф. 175 долларов будем выводить. Нажимаем «Advance Cash» в левой колоночке, в правой выбираем Тинькофф. Кстати, я коплю деньги на море. В июле я уже взяла билеты на самолет на июль. Мы полетим в Сочи. И еще будем лечиться в санатории. Поправлять свое здоровье, оздоравливаться. Едем всей семьей. То есть летим. Так, и выбираем. Вот здесь от 3 долларов, от 48, от 160. Выбираем обменник. Чем выше строчка, тем выше курс. Но в этом обменнике я неоднократно уже меняла. Поэтому этому обменнику я доверяю. В левой колоночке выбираем Advance USD. В правой колоночке мы выбираем Тинькофф. Отдаем 175, пишу. И получим 11 тысяч. Здесь я ввожу свой email, здесь ввожу телефон для контактов, здесь ввожу свой номер Advance Cash, здесь ввожу номер пластиковой карты, фамилия, имя, отчество. Ставим галочку. И здесь подсвечивается зелененькая кнопочка «Продолжить». Нас перебрасывает на страницу оплаты. Вводим электронную почту от кошелька Advance Cash. Вводим пароль и войти в Advance Cash. Нажимаем «Продолжить». Все, платеж успешно осуществлен. Нажимаем «Продолжить». И ждем в течение 3-5 минут деньги поступят на карточку Тинькофф. Вот мой личный кабинет Тинькофф. Вот пополнение. 11 266 рублей, которые пришли из кошелька Advance Cash. Вот я ими расплачиваюсь этими денежками вот в магазине «Магнит», например, карточкой. Так работает проект «Всем миром». Присоединяйтесь. Уже более 1 000 000 участников приняли участие в этом проекте. Почему вы до сих пор не с нами?
Зайдем посмотрим лидеры текущего месяца май. Я стою на первом месте. У меня 9 благотворителей, то есть людей, которые зашли под меня на 100 долларов. Это здесь еще не указывается количество людей, которые зашли под меня в марафон. Все контактные данные, свой WhatsApp, телефон и все ссылочки я оставлю под этим видео. Всем пока!